Власова Валерия, второй класс, гимназия номер один. Пока память жива. Зинаида Чеботарева. Отгремели давно залпы наших орудий, а в воронке от бомбы трава мурава. Но войну не забыли суровые люди, и сквозь слезы смеются, ведь память жива. Они помнят походы и дальние страны, и простые от сердца народа слова. Помнят лица друзей, уходивших так рано, их слова и улыбки, ведь память жива. Они помнят весну 45-го года. Закружилась от счастья тогда голова. Не узнали ее все, что гибли в походах. Но все помнят, друзья их, ведь память жива. Эта память с корнями уходит все глубже и шумит на ветвях зеленее листва. Ее времени бег никогда не заглушит, ведь душа молода, пока память жива.